Уважаемые соотечественники, дорогие земляки, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. С самого детства, отмечая этот праздник, мы испытываем чувство гордости за наш народ, который перед лицом смертельной опасности встал на защиту своего Отечества. И не только вынес все тяготы войны, но и смог победить в этой нечеловеческой по своей жестокости схватке, которую еще не видел мир. Наши земляки были в числе тех, кто принял на себя первый удар врага. 26 июня 1941 года первый эшелон с бойцами 166-й стрелковой дивизии отправился на фронт со станции Томск-2. За годы войны из Томска, райцентров и сел области на поле сражения ушли более 129 тысяч человек. Практически каждый второй домой не вернулся уже никогда. Уверен, что в тех эшелонах были ваши деды и прадеды. В семье каждого из нас бережно хранится память о родных и близких, принимавших участие в тех страшных и одновременно героических событиях. Их подвиг живет в наших сердцах, и память о нем делает нас сильнее в трудные минуты. Слава поколению победителей, ценой неимоверных усилий, сохранивших нашу страну тогда и защитивших всех нас, живущих сегодня. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вам счастья, мирного неба над головой и всем нам быть достойным памяти тех, кто в далеком 41-м встал на защиту Родины.